Друзья мои, здравствуйте! Сегодня у нас день обработки деревьев. Хотел я деревья подкормить в корень вот таким средством акварин для яблони и груш. Но сухая погода стоит, и мы решили вечером дождаться вечера и опрыскать по листве, подкормить через листву. У меня есть такой помощник, называется аккумуляторный опрыскиватель. Они разных есть марок, но очень удобная штука. Это зарядка, это вкл-выкл, а это включение насоса. Очень облегчает работу, просто вы даже не представляете. Великолепное распрыскивание. Несколько форсунок, вот здесь вот они хранятся, несколько форсунок, 4 форсунки, резинки там запасные, дополнительные. Я вот поставил одну, которая мне больше всех понравилась, и ей пользуюсь. Смотрите, как спина, посмотрите, как сделана спина. Вот если вода холодная у вас, то в принципе для спины... Вот эта защита есть, и холод на спину не передается. Ну, обычно в сильно холодной воде не растворяют ничего, поэтому я тоже придерживаюсь того, что у меня вода слегка-слегка тепленькая. Вот у меня ведро на 12 литров. 12 литров, сюда входит 10. Есть варианты на 15, на 12. Вот у меня на 10, чтобы много не таскать. Мне на мой сад... 4-5 вот таких штук достаточно. При вот этой форсунке, при постоянной работе, вот этого бака 10-литрового хватает на 3,5-4 минуты постоянной. Но когда переходишь от дерева к дереву, там занимает время. Но в общем, за 5-7 минут он как бы вырабатывается. Очень удобная штука. Вот здесь есть индикатор заряда аккумулятора, и вы знаете, в каком состоянии он всегда у вас будет находиться. Вот сейчас вот уже в зеленом и в красном. Ну, вот этого состояния хватит еще на 3-4 опрыскивания. Вот, а потом ставим на зарядку. Вот такие дела. Хочу порекомендовать вам вот такое вот водорастворимое удобрение. Акварин. Ссылка будет на акварин внизу. Ссылка на опрыскиватель тоже будет внизу. Очень хорошее вот это вот удобрение. Можно поливать и в корень, можно поливать и можно обрабатывать и по листьям. Рекомендую. Для работы я купил несколько вот таких строительных ведер на 12 литров. 3 или 4, они недорогие. И пользую их в садовых, химических, там, строительных случаях, когда мне это нужно. Ну, давайте посмотрим, как происходит опрыскивание. Ну что, друзья мои, я одел маску, одел очки, одел костюм защитный. У нас в руках опрыскиватель. Сейчас мы его включим. Вот вы слышите, как он загудел, и начнем обрабатывать деревья. Смотрите, какая великолепная струя.
Надо не подкачивать ничего, ровная, постоянная, мощная струя, которая достает до всего. Очень мелкодисперсное распыление. Мелкодисперсное распыление, которое прям проникает во все места. Ну что, друзья мои, мы все обработали. Все хорошо, все прекрасно. Вы видели, как работает распылитель на аккумуляторах. Ссылочку я оставлю внизу под видео. Кому нужно, пожалуйста, пользуйтесь и приобретайте.